наше состояние смысла за пределами поддерживаемых образов. После сна, во время пробуждения, я чувствую момент, когда я не до конца проснулся, но и не бодрствую еще, но уже и не сплю. И в этом промежутке времени я стараюсь вспомнить себя. Я стараюсь ухватить то, что даст мне понимание, ощущение и не повторение привычной роли, которая загрузится чуть позже на основе опыта прошлого. Я прогружаюсь как персонаж в эту реальность, выныривая из сна. Но сейчас я чувствую, что я устал от персонажа. Я устал прогружать и проигрывать прежние модели поведения, реакции, стимулы. И чувствую необходимость в том, чтобы обновить свое восприятие, открыть то, что скрыто, выйти из привычных программ и паттернов, которые я повторяю. И я делаю это разными возможными способами. Самоанализ, благодарности, переосмысление, медитации. И вот такая вот практика обновления себя, когда я проговариваю что-то из состояния свежести, из состояния когда я только что проснулся, я стараюсь услышать это новое состояние внутреннее. И я понимаю, что сейчас, в этой точке, там, где я нахожусь, и я пришел, как я отметил выше, к некоторой усталости и необходимости переосознания, удаления лишнего и фокусировки на сути, на том, что находится за всеми привычными оболочками и ролями, к которым я привык. И когда я чувствую, когда я говорю в соединенности с собой, когда я выгружаю себя из сна, есть некоторая степень свободы от себя прошлого. То я могу прислушаться и проговорить это новое ощущение. Остановиться и в некоторой тишине посозерцать остановиться, как сейчас. Потому что
если я не остановлюсь, я буду снова и снова повторять себя прошлого. И чтобы этого не делать, нужно выдержать паузу. Прислушаться. Узнать через это погружение в настоящее, что я сейчас, кто, как я могу быть и решать те задачи и вопросы, которые стали для меня насущными. Которые тому старому мне как будто бы не решить. Из прошлой роли я не вижу тех инструментов и возможностей, которые помогли бы мне это сделать. Поэтому, с одной стороны, я испытываю голод по тому новому я, которого я не знаю. Еще с какой-то позиции я испытываю чувство одиночества. Еще с какой-то позиции испытываю жажду и желание прийти к новому пониманию себя. Отбросить прошлое, как отработавшие ступени ракеты. Увидеть перспективу и будущее, которое я хочу. И принять настоящее. Потому что здесь, в настоящем, находятся те ключи и решения, те действия, то новое состояние, которое я хочу. И одновременно я стараюсь понять механизмы того, как работает сознание, как оно цепляется за все. Как ему нравится или не нравится, как оно принимает или не принимает, как оно очаровывается и разочаровывается, как будто оно соткано из этих реакций, но сама структура этого кода, этого восприятия обуславливает те конфликты и тупики, в которых я попадаю. И то нечистое восприятие, которое затмевает очевидные действия и возможные решения. Цепляется за хорошо, плохо, так или не так. Мне это нравится или не нравится. И через эту постоянную оценку, самооценку, невозможно продраться. Это такой фоновый шум, когда работает какая-то машина. Ты за этим шумом не слышишь себя, не слышишь тишину, из которой становится понятно и очевидно то, что я не вижу, когда есть шум. Персонажи, люди, отношения, конфликты, все оживает, создается внутренний театр, который я считаю собой.
И сейчас это поиск и возможность отбросить этот театр, выключить персонажи, убрать шум. И в этой остановке начать видеть то, что было скрыто. Накопить энергию, которая тратится на поддержание привычного образа себя, для того, чтобы двинуться дальше. И я благодарен всему, что происходит, что происходило в прошлом, и всему тому, что происходит сейчас, и той перспективе и образу, который возможен где-то там, где меня еще нет. Но из того опыта, из того, что я включаю в своем сознании сейчас, куда я направляю свое внимание, создается будущее. И одновременно пересобирается интерпретация и смысл того, что я увидел в прошлом, того опыта, который я накопил. И только от меня, от моего выбора зависит, давит это меня, забирает силы или дает. Потому что этот опыт сделал меня настоящим, привел меня к той точке, в которой я нахожусь сейчас. И эта точка в пространстве времени — это возможность увидеть, осознать, почувствовать, определить и узнать, что сейчас есть я, и без прошлого опыта это не было бы возможным. Потому что то напряжение и усталость, которая возникла, или те западни, в которые я себя загонял, очевидно, сказали мне через все, через мое тело, через мое сознание, что так больше продолжаться не может. Это не рабочая конструкция. А если я это увидел, осознал, если я понял, что в привычном режиме я не достигаю того, что я считаю, что я хочу, значит, это можно остановить. Остановить привычные цепочки, возникающие в сознании и обуславливающие те действия, которые я делаю. Обуславливающие мое восприятие, то, как я вижу. То, как я себя осмысляю, пересобираю в каждом моменте времени. И сейчас я поставил для себя задачу находить возможности
и способы понимания накопленного опыта и понимания того, как настроить свое сознание таким образом, чтобы оно работало так, чтобы я чувствовал и делал те вещи, которые выбираю, в полной гармонии. Не придумывая, не создавая иллюзии, а позволяя происходить тому, что я чувствую душой, сердцем. И через что я создаю процесс той жизни, которая мне соответствует. Я ищу это соответствие через ощущение, через позволение, через отпускание, через остановку, через то состояние, из которого будут естественным образом происходить действия, которые дадут мне решение тех задач, которые актуальны. Ни идей, ни представлений о том, какими они должны быть, а возможность остановиться, убрать беспокойство, фоновый шум и увидеть, а что действительно сейчас важно делать. И делать это из этого состояния. Принятие и спокойствие. Я желаю вам полного принятия и спокойствия, и ясности в вашем сознании, чтобы делать те действия, в которых вы будете выражать себя полностью, в которых вы будете соответствовать своему настоящему. И будете делать это с чувством, которое идет из самой глубины. Люблю вас. Хорошего дня.